Почему Бог дает мне мачную беременность? Ответ такой же, как на вопрос, почему Бог заставляет тебя делать грехи. Бог не заставляет делать грехи. Это ложь. Это твой выбор. И Бог не дает мне мачной беременности. Никогда. Но в этом мире, в котором царит грех, грех много что исказил. Вот я про своего дядю рассказывал. 36 лет умер. Это Бог, что ли, убил? Я же сказал, образ жизни пьяный его положил в гроб. Это был чей выбор? Его самого. Я его люблю, мне его жалко, но это был его выбор. Это он сам выбрал. Это не Бог. Поэтому Бог не создал в этом мире ни внематочной беременности, и смерти не создал, и болезни не создал, и зла не создал. Это все следствие греха человечества. Это не творение Бога.